В Новый год выйдет мюзикл для всей семьи. Новая «Снежная королева». Соцпортал заглянул за кулисы, чтобы узнать, что ждет зрителей на премьере. Привет нашу королеву! Понимаешь, я хочу, чтобы эта песня могла существовать вне мюзикла, то есть, чтобы она была, то есть, говорить о том, что меня Санта не дарил подарки, и поэтому я злая, это тупо. Мне хочется, чтобы было два плана. Для детей это как бы у нее что-то там случилось в детстве, и поэтому, ну, там будет в тексте говориться. В тексте, да. Это будет. Но для взрослых эта песня другая, о том, что как бы вот она закрылась, она окружила себя этим холодным миром, потому что она не, ну, никто не дал ей этой весны. То есть она могла бы быть весной, если бы хотела. Но как бы случилось так. Это так круто. И мне очень хотелось, чтобы эта метафора была. То есть, понимаешь, как что делают фирмачи в диснеевских мультиках? Они делают так, что для взрослых это свой смысл, а для детей это свой смысл. Mm-hmm. И мы вот такую задачу и поставили. Скиль мені зима триває. Я буду тихонечко вначале. Я сначала на фальцетике, да, буду петь. Класс, да, да. Да. Скільки мені зима триває, скільки мені самотніх слів. Мы же не будем писать, что в детстве дети не хотели со мной дружить, поэтому мы должны это все объяснить. Свою популярность жодного не видав. Я дивлюсь.